Продолжаем выпуск. В преддверии Нового года в Ферганской области реализовано более 20 проектов. В частности, недавно в малой промышленной зоне, созданной в одном из махалинских сходов, граждан города Кувасай, сдано в эксплуатацию предприятие по производству керамогранитной плитки проектной стоимостью 20 миллионов долларов. Неплохо для города с индустриальным потенциалом, ведь в данной локации имеется в наличии специфическая сырьевая база. Надира Закирова продолжит. Art Soft Ceramics. Это предприятие производит плиты из керамогранита и занимает площадь чуть более 4 гектаров в малой промзоне в Кувасае. Подобных проектов здесь более 40. Для них созданы все необходимые условия. В частности, количество новых рабочих мест превышает 10 тысяч. Стоимость этого проекта 20 миллионов долларов. Производственная мощность почти 3 миллиона квадратных метров керамогранитных плит. Предприятием запланировано поставлять продукцию не только на внутренний рынок, но и в такие страны, как Россия, Кыргызстан и Таджикистан. За сутки завод выпускает 5000 квадратных метров плит из керамогранита. За месяц 150 тысяч. Изготавливаем пока 5 видов продукции. Мы привезли и установили китайское оборудование таких брендов, как Moderna, Keda и Hell. Вот строй данного предприятия в преддверии Нового года обеспечил работой 220 человек, в их числе местная молодежь. В настоящее время сюда приглашены 14 специалистов из Китая и Индии, которые обучают персонал необходимым навыкам работы на новом оборудовании. К выпуску стройматериалов здесь, в Кувасае, располагает и локация промзоны, так как она богата необходимым сырьем. Есть также лаборатория, которая изучает образцы глины, имеющиеся около завода. Затем проводит эксперименты. Мы поставили себе цель изготавливать продукцию из местного сырья. Если за год предприятие будет изготавливать продукцию на 180 миллиардов сумов, то 80% готовых стройматериалов будет поставляться на внутренний рынок, остальные 20% – в зарубежные страны.